Всем привет! Время отдыхать, выходные на календаре. Чем себя занять в городе на Средней Волге, расскажу прямо сейчас. Насладиться живой музыкой начинающих музыкантов самарцев приглашают на Dream Session в эту субботу на Свободу 89. 29 января идем наслаждаться любимой классикой в театр. На сцене Самарской площади «Вишневый сад». Семья съехалась в свой дом в начале мая, уже зная, что совсем скоро, 22 августа, все их семейное имение продадут за долги, и все они останутся бездомными, без крыши над головой. Осталось последнее лето. Как жить? Ну как? А на полную катушку именно на 22 августа назначают большую вечеринку, непременно с танцами. «Квартирник на Металлурге» пройдет в субботу на Путейской, 28. Формат квартирного концерта был характерен для позднесоветского периода истории нашей страны. Во времена властвования цензуры через квартирники прошли практически все легенды отечественной рок-музыки. Попытка возродить эту андеграундную традицию произойдет в городке Металлургов благодаря самарским музыкантам. В воскресенье самарцев приглашают на Фрунзе 111 праздновать день рождения проекта «Стихограмм». Слушать стихи, читать стихи, проживать эмоции, открывать в себе новые чувства, наслаждаться звуками виолончели и саксофона. Ну а на этом у нас все. Всего вам доброго, отличного настроения. Пока-пока.